Интересно узнать, как сделать такую прочную, но невесомую конструкцию? Тогда смотрите это видео до конца. Всем привет! И вы на канале Happy Decoration, с вами я, Аня Ковалева. Сегодня мы с вами будем изготавливать пирамиду из фальш-подарков. И я напомню, что сегодняшний мастер-класс – это продолжение новогоднего сезона. В прошлых мастер-классах мы с вами изготавливали гигантские леденцы, большую снежинку из изолона, камин из картона. Так что подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные новогодние видеомастер-классы. Ну а я предлагаю приступить к изготовлению необычной пирамиды из фальш-подарков. Итак, для изготовления пирамиды из фальш-подарков нам потребуются абсолютно любые пустые коробки. И, конечно, упаковочная бумага, ленты для бантиков. Также нам потребуется пластиковая труба, в данном случае у меня металлопластиковая труба. Высота ее необходима такая, какую вы хотите видеть по высоте пирамиду. Техника проста и оригинальна. Нам необходимо сквозь все коробки продеть трубу и закрепить коробки в таком положении, в каком мы хотим видеть их в пирамиде. Итак, я выбрала первую коробку, самую основную, на которую будут у меня закрепляться коробки поменьше. Именно в центр этой коробки необходимо прикрепить пластиковую трубу. Чтобы ее прикрепить и сделать ее прочной, я делаю из картона подставку, знаете, как треножка для елки. Сначала я из картона вырезала прямоугольник, затем согнула и свернула в некую трубочку, по диаметру примерила к трубе, чтобы труба вплотную входила. И затем проклеенную картонную трубочку до середины я разрезала при помощи канцелярского ножа на 4 части. И получилась у меня такая 4-ножка подставка картонная с 4 ножками. Подставочка готова, и теперь ее необходимо приклеить в центр самой главной коробки. Клея не жалеем, наносим очень плотный слой, крепко приклеиваем подставку к коробке. И после того, когда приклеили подставку, еще проходимся клеем по швам между подставкой и картонной коробкой. Подставочка приклеена, примеряем трубку, прекрасно стоит труба. Подставка достаточно крепко держит. И вот что у нас получилось. После этого я заклеиваю коробку скотчем и посерединочке при помощи канцелярского ножа делаю некое отверстие, углубление, чтобы потом под упаковочной бумагой я могла нащупать это отверстие, чтобы я понимала, куда именно необходимо вставлять трубку. Теперь декорирую коробку при помощи упаковочной бумаги. В прошлогоднем видео мастер-классе, активную ссылку на него я оставлю в описании под этим видео, я показывала, как и по какой технике вообще упаковываются картонные коробки. И кроме того, я показывала еще, как оригинально задекорировать и запаковать тот или иной подарок. Переходите и смотрите. Первая коробка готова. Пальцем я прощупываю то отверстие, но ничего пока я с ним не делаю. Беру вторую коробочку и примеряю ее на первую, как бы я хотела, чтобы она выглядела в итоге. И хочу закрепить ее в таком положении, то есть трубу мне нужно продеть так, как я показываю сейчас на видео. И ножницами я делаю эти два отверстия в коробочке и продеваю сквозь них трубу. По сути, на трубу вы можете закрепить любую коробку в абсолютно любом положении. У меня получилось так, и теперь я ее декорирую в упаковочную бумагу.
Вторая коробка готова, примеряю на вторую, третью, понимаю положение, в каком я хочу ее видеть. Сначала я закрепляю скотчем эту коробку, и затем я буду делать необходимые отверстия и примерять на трубу. После этого буду декорировать в упаковочную бумагу. По такому принципу вы можете изготавливать подарочные пирамиды хоть на 50 сантиметров, хоть на метр, хоть на 2. Все решаете вы. Итак, коробочки у меня готовы, и теперь самое интересное начинается. Мы находим отверстие в середине этой коробки, и пальчиком я продавливаю отверстие. Теперь вставляю трубу в подставку, она прекрасно входит, все рассчитано, все правильно просчитано. И теперь на трубу я одеваю следующую коробку. У меня находится отверстие с боков. Для того, чтобы не потерять, где находятся эти отверстия, с какого именно угла, я пометила карандашиком на упаковочной бумаге, когда запаковывала эту коробку. Ну и теперь продеваем сквозь трубу вторую и третью коробочку. Лишний отрезок отрезаю при помощи инструмента для резки труб. Пирамида основная у нас готова, и теперь осталось задекорировать подарочки, упаковать их в ленты, украсить бантиками. Для этого я использую атласную красную ленту и еще такую, знаете, золотую ленту на проволоке, из которой можно делать очень красивые бантики. Здесь фантазии нет предела, украшайте как вам нравится, как желает того ваша душа. Можно применить в декоре елочные игрушки, шишки. Подарочная пирамида из фальш-подарков готова. Посмотрите, какая она оригинальная получилась, и на первый взгляд вообще непонятно, как так могут коробки держаться. Кроме того, получилась очень прочная конструкция. Коробки прочно закреплены на трубу, а труба закреплена в первую коробку. Еще все это вращается, вертится. В общем, творите и удивляйте всех на свой Новый год. С вами была Аня Ковалева и канал Happy Decoration. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Всем пока-пока, до следующего видео.